Жительница Новосибирска пытается доказать, что ее унизил врач. Молодая женщина, потерявшая ребенка, говорит, что вместо сочувствия услышала от медиков оскорбление. Можно ли в такой ситуации наказать врачей за нарушение профессиональной этики? Выясняла Светлана Шуваева. В заявлении, которое Ксения собирается отнести во все возможные инстанции, история о том, на что обычно пациенты официально не жалуются. Хамство врача. Девушка считает, что в отделении гинекологии ведомственной больницы Академии наук ее оскорбили дважды. 2 недели назад Ксения родила дочь. Девочка умерла еще внутриутробно. Редкая патология – тромб в пуповине. По этому поводу претензий к медикам у нее нет. Через несколько дней с острой болью девушка попадает в больницу. И по ее словам, лечащий врач заявляет, мол, сама виновата в смерти ребенка. Запустилась себя. Ксения добросовестно наблюдалась всю беременность. Никаких отклонений в анализах у нее не находили. Перед выпиской девушка отказалась от осмотра у такого специалиста. На что она мне сказала, пишите отказ, а потом 2 шага сделала и, повернувшись, говорит, мне было очень неприятно с вами общаться, хотя мы на самом деле почти не общались. И еще вдогонку, жизнь вас не зря наказывает. Вот. И эта фраза просто... Главный врач больницы на камеру комментировать ситуацию отказалась. Однако в устной беседе объяснила, что девушка, во-первых, нарушала больничный режим, во-вторых, все неправильно поняла. По словам юристов, дел о нарушении врачебной этики у нас в стране крайне мало. Люди считают подобные обращения медиков чем-то обыденным. Хотя такое поведение нарушает сразу несколько законов. К огромному нашему сожалению, подобные факты имеют место достаточно часто. В некоторых учреждениях они превратились в повседневную практику. И, в общем-то, я призываю пациентов не поощрять такие действия врачей, а обращаться с соответствующими жалобами в вышестоящие организации. Правда, доказывать, что хамство имело место, придется самому пациенту. Если удастся, можно даже отсудить моральную компенсацию. Ксении деньги не нужны, нужна справедливость. Уволили, выговор. Главное, чтобы больше такого в отделении не происходило. Девушка ищет других пациентов-гинеколога, которых та обидела. Если заявлений будет несколько, отстоять свою правоту будет намного проще. Светлана Шуваева, Дмитрий Кабанов. Новости здесь, Новосибирск.